Салют, народ, с вами Виолент, и мы продолжаем с вами смотреть различные моды в GTA 5. И как вы думаете, чем мы сейчас занимаемся? Напишите прямо сейчас в комментарии. Подсказка, у меня кресло рядом. Хорошая подсказка, да? Именно. Мы, ребят, отжимаемся. Джефф-убийца отжимается перед праздником. На самом деле, ребят, сегодня будет праздник такой, знаете, приятненький, хорошенький. Потому что в прошлой серии про урода некоторые личности подумали, что я реально псих. Но я могу вас огорчить, ребят, я реально псих. Это была шутка. Я, ребят, долго ржал, как чувак написал, что создается впечатление обо мне, что я реально какой-то маньяк. Ну да ладно, ребят, это уже не важно. Я прекращаю эти замечательные действия, отжимания. И мы встаем и идем на праздник. Кстати, Джефф-убийца, он на самом деле не так выглядит, потому что там просто жесть на самом деле у него лицо должно быть. Это даже лицом нельзя назвать. Поэтому давайте сядем и это. И поедем. И давайте, ребят, поддержим это видео лайками, наберем 1000 лайков. Мне будет очень приятно. Так, я предлагаю поехать. Кстати, можете написать, кто фильмец этот смотрел. Про Джеффа-убийцу. Хорошенькая у нас колясочка, я вижу уже, да, как вы видите. Как вам моя тачка? Кстати, можно даже телочку подвести. Давайте попробуем. Давайте попробуем запикапить ее, а? Как вы думаете, получится? Давайте посмотрим. Так, вот, допустим, вот смотрите, она бежит. То есть она занимается спортом. Так, давайте, хорошая тёлочка будет. Так, ну-ка, бип-бип. О, смотрите, они ведутся. Собачка даже повелась. Собачка, прыгай ко мне в тачку. Блин, что ты от меня убегаешь? Я понимаю, что у меня на лице много крови. Но я только что покушал. Я покушал твоим другом. Я покушал твоим другом, дорогая моя. О, там ого, там селфи. Селфи напротив... Напротив еще одной парочки. Пип-пип. Девочки. Блин, они не хотят со мной играться. Я не понимаю... О, там собачка бежит, смотрите. Та до сих пор убегает. Офигеть, ладно. У нас другая цель, поехали. О, какие у меня турбины-то, а? Вообще классно прокачал точилку-то, а? У-ху! Блин, это самое то. Джефф-убийца на... коляске. Так, вы сейчас понимаете, да, о чем будет видео? Черт возьми, как сюда заехать? О, там интересности, ребят, много интересностей. Так, мы можем вообще зайти в дверь? Там здесь еще одна собачка. Какие-то, я не знаю, хаски бегают. Так, прячь нож, потому что вдруг сейчас вызовут ментов. О, мы можем зайти, так мы можем и заехать. Мы можем заехать? Чувак, вообще недовольны. Так, давайте попробуем заехать. Так, только не вызывай копов, пожалуйста. Они мне сейчас не нужны. Я тебе отвечаю. Опа, ни хрена мы заехать с вами не можем. Ладно, давайте вылезем с нашей колясочки. Может, кому-нибудь она пригодится сегодня. Но явно не мне. Нет, она мне, да, она мне пригодилась. Но сейчас она мне уже не нужна. Ах, тут какие-то сраные эти... как их там называют? Балосы чертовы. Ох, блин, как мне не нравится это, то, что здесь балосы, а? Все в таком цвете. Меня это раздражает уже. Видите, ему тоже не нравится. Он только что пообедал. Так, что у нас здесь происходит? Я вижу здесь ментов, давайте что ли пройдем как-нибудь? Да, походу, кого-то, ребят, хоронят. Хоронят, кого-то хоронят. А какого фига они пришли на похороны? На похороны, похороны, пришли на похороны с битами. Я не понял, они еще косячок курят. Давайте что ли попробуем пройти? Или лучше не рисковать? Нет, я не хочу все это сбить, всю вечеринку эту сбить. Давайте просто попробуем чуть-чуть обойти вот так. Тут реально много ОМОНовцев, я не знаю, ОМОНовцев, копов, грязных копов, черных, всего много. Тут у них какие-то, смотрите, они на меня агриться не будут, а я надеюсь, а? Потому что я Джефф-убийца, на меня агриться нельзя.
потому что я могу покушать их. Так, что здесь лежит у нас? Дробаш, патрончики, какие-то дела ФБРовские, наручники даже и ключики от наручников. Кстати, я только что вспомнил, у кого сейчас есть наручники детские и с ключиками. Эта тема довольно-таки интересная была. У меня были такие наручники, и я себя приковывал к батарее. Ладно, я не буду говорить. Ладно, тут шокер лежит. Поехали, что он там читает? Читать ты будешь дома, а на работе надо работать. Ай, ладно, хорошо, давайте пройдем дальше. Слава богу, они на нас не агрятся. Грязные копы. Что здесь вообще происходит? Почему они с пушками стоят? Возле менту... и с заточкой. Вот это, кстати, чувак смахивает Сан-Андреса. Си-Джей, как его там звали, главного героя? Си-Джей вроде или как? Да? Похож. Правда, слишком жирные щеки. Ладно, ничего страшного. Поехали дальше. Мне здесь реально много... Кого-то реально... О! Помните вот этот автомобиль? Кто помнит, ставьте лайки. С какой он серии? Можете даже написать. О! Вот это я понимаю. Вот таких друзей я здесь не ожидал вообще увидеть. Смотрите, кто здесь стоит. О, да, черт возьми. Привет, братан. Мы с тобой друзья. Знаешь, как мы развлекались? С тобой хорошо. Можем еще, кстати, поразвлекаться. Если ребят напишут, хотят ли они вообще развлекалово с вот этими всякими друзьями интересными, вот этими вот. Что он пьет, он что-то пьет. Ладно, не будем их отвлекать. Он со своим приятелем базарит. Давайте уже перейдем к делу. Там, ну-ка, тут венки. О. Так, вот это вот поинтересней. Уже поинтересней, ребят. Здесь у нас похороны происходят. Здесь даже пушки лежат. А, все понятно. Балосы приехали хоронить своего приятеля. Вот что, а ты чего не отпеваешь? Почему ты не отпеваешь? Я могу даже спуститься. Я могу нарушить все правила похорон. Вам это нравится? А я могу еще сделать кое-что. Я могу сделать, давайте вот так вот, что ли. Подожди-ка. Вот так вот. Опа. Опа, хорошо. Так, смотрите, сейчас будет самое интересное. Так, дружок. Не-не-не-не, не на ту. Во. Спускайся. Хреново отпевал. Спускайся, дружок. Давай-ка я тебя привяжу, что ли. Будешь здесь валяться вместе с ним. А, это опять какая-то жесть начинается, ребят. Но, блин, я не могу просто. Это Джефф все-таки убийца, это не я. Вот. Давайте всех сюда, что ли. Положим. Так, иди-ка сюда. Опа. О! Ё-моё, я тебя не хотел. Ах, вы грязные копы. Ах, они мне мешают, ребят, всех! Ах ты говно! Ах ты говнюк! Говнюк! Да не руби меня дубинкой-то, блин, Джефф убийца, тихо! Грязного копа тоже надо стащить! Так, идите сюда! Коп! Все ложитесь! Можете даже подвесить здесь! Виси, приятного отдыха! Коп, иди сюда! Ты должен тоже поваляться в этой ямке! Всех складирую сюда! Всех! Черт, я забыл селфи сделать, ребят! Блин, тогда я тебя должен повесить. Так, блин, не туда. Давай, копа. О! Нет, ты должен ляж. Ляж. Во. Лег. Так, подождите. Что происходит? Блин, я попар... Черт, я развязываю попа. Ребят, не нужно развя... Да, блин! Подожди-ка. Куда ты убегаешь от меня? Так. О! Ты не... Да, блин, какого хрена? Ты мне весь праздник портишь. Какого хрена? Иди сюда. Я тебя догоню. Блюдок. Вот. Все. Все, я тебя должен повесить. Виси. Все, пускай висит. Там грязные копы на меня уже наезжают. Блин, говнюки. На тебе. Офигеть, классно пощечине додали, да? А ну на, блин. По щечине. Да блин, и меня приложили дубинкой. Нельзя меня пролаживать дубинкой. Дай сюда, на факту. Все, пускай уходит отсюда. Ай, блин, я хотел селфи сделать, я забыл совсем. Селфи это же очень важно.
О, ни хрена себе. Сколько... Чего ты так бежишь-то, а? Чего ты скачешь, как по Пандополу-то? Да блин, а! Стула тебе уже мешает. Так, давайте попробуем сделать селфи. Все-таки важное событие. Мы должны сделать с вами селфи. Так, сейчас как я вспомню, как это делается. О, вот это дело. А как отдалить? О, блин, отдалить, кстати, хреново. Удержите и используйте. Блин. Ага. Не, надо было подальше походу стать, потому что вот сейчас мне это вообще не нравится. Удерживайте левый shift. Так, не-не-не-не, надо подальше отойти. Допустим, вот сюда вот. Так, ну-ка, давай-ка. Селфи зафигачим с тобой. Тут менты, конечно, они нам ничего не сделают. Опа, вот это праздник сегодня. Подожди, а как нам убрать эти сетки ссаные? Ха. Почему-то какие-то действия тут непонятные. Как мне переключить гребаные... О, переключил, ребят. Да не туда ты направляешь, дурачок. Вот туда смотрим, направляем и делаем селфи. Вот так вот. Опа. Вот, шикарно. Все, сделали селфи. Убирай этот мобильник нахрен. Он нам больше не нужен. А здесь вон офигенная пати. Просто произошло так. Все, давайте мочить их. Давайте мочить. Слушайте, давайте попробуем, знаете, кое-что сделать. Грязные копы. Иди-ка сюда. Опа. Напарник. Ну-ка, они будут стрелять? Не, ни хрена, смотрите, они реально не гасят. Я его взял в заложники. Тихо-тихо, я могу убить его. Охренеть, куда он исчез? Что за дерьмо было? Куда он исчез, ребят? Давайте его пригасим. Джефф-убийца хочет насилия. Так. Во. Грязный коп. Не шевелись. Бам. Башка, конечно, его отлетела хорошо. Блин, сколько тут... Охренеть, сколько тут кровяхи, а? Просто нереальное количество. Охренеть, сколько трупов. Всех перебили, ребят, всех перебили. Это можно уничтожить? Охренеть, даже полицейский щит. Радио нельзя уничтожить. Жесть какая-то. А давай-ка мы все это просто нахрен подорвем здесь. Бэм, давай. Бать. Лоурайдеры давайте взорвем. Бам. О, да. Какие же прелести. Так, давайте возьмем миниганчик. Мое любимое, любимое оружие. Даже вертолетики прилетели, можно их тоже загасить. Они мешают играться мне. Здесь самая пати создается, а вы мешаете мне. Офигеть, нифига себе он долго. Да, вот это дело уже хорошее. Давайте попробуем эту тачку взорвать. Привиденческую. О, да, нормально. Взрывается, хорошо. Блин, реально, как гангстеры какие-то тут пришли. Расколбасили все машины. Да. А где наш этот? Ой, дружочек сдох, мой братик. Блин, братик сдох. Это хреново. Потому что друг мой, друг, но он сдох. Ну, это не я его убивал, ребят, это не я. Это, видимо, копы его прикончили. Хотя он не должен был умереть, потому что он должен был убить всех. Все, ну тут вообще жесткая пати мы устроили с вами на кладбище прям, да? Кстати, можно кинуть туда даже гранатку за мой уже вертолет. У меня же 5 звезд. Давайте туда кинем. Опа, подарочек туда. О, хорошо. Что-то не разлетается, да, ничего? А вот это можно разнести? Ну-ка, давайте попробуем. Ой, я и сам в яму сейчас залечу. Да, а вот это можно раздолбить-то? Опа, опа, тихо, тихо. Сейчас взорвусь. Вот сюда в мишку давай-ка. Ну-ка, как это, разлетится, нет? Заскриптованная фигня, да, заскриптованная. Ладно, пора убегать. Блин, грязный ОМОНовец. Ты что хочешь-то, а? Я уже хочу с дробовика, что ли, погасить их. Так. Хо-хоу! Да, я веселый маньяк-убийца. Я люблю лампочку. Ух-ух-ух-ух-ух. Бездельник. Бездельник. Я занимаюсь плохими вещами. Я расстреливаю лампочки. Это что, за меня за это надо судить? Убивать меня надо. Блин, мне не нравятся, кстати, дробаши с глушителями. Опа, давайте вот это возьмем.
что походу двустолка, да, двухстолка. Ну, тоже неплохая фигня. Так, где менты? Опа! О, как в головку-то хорошо зашло! Пулька-то хорошо зашла. Кто там? Грязные... Мы сможем, кстати? Ну-ка, раздолбить вертолет. Блин, слишком далеко он. Так, все, валим. С места действия. Тут уже нельзя находиться ни в коем случае. По ступенькам слишком долго бежать, поэтому мы давайте вот так вот уйдем отсюда. Так, вертолетик. Покажи ко мне, вертолетик, на что ты способен. Я сейчас тебя просто вот так сниму. Опа! И не попал. Но ты все равно сдохнешь. Давай, разлетайся. В пух и прах превращайся. Вау, деточка. Да, это само то, что взять скейт и поехать. Джефф-убийца на скейте удирает от копов. Грязных причем копов. Так, поехали. Ху-ху. Джефф-убийца нравится эта тема-то, а? Все, валим. Не, надо в город валить. Поехали в город. Хватит здесь находиться, нужно быстро валить. Мне нужны какие-то жертвы. Не думаю, что мы можем от кого-то уже уйти. Потому что копы нас преследуют. Хотя сейчас посмотрим, как мы справимся с этим. А может и не справимся. Так, где людишки? Мне нужен какой-нибудь человечек. Мне нужен какой-нибудь человечек, чтобы с ним поразвлекаться. Давайте отключим копов, потому что они реально мешают уже. Они уже не нужны. Поэтому просто вот так сделаем. Так, можно, кстати, перелопатить. Можно перелопатить даже скейтом. Вон говнюк какой-то убегает, смотрите. У нас, кстати, опять ночь, и мне нравится это. Ночные краски очень красивые, блин, а! Не нравится мне твоя прическа. Вообще не нравится. Так, можем углубиться куда-нибудь подальше. Давайте на скейтике нашем проедемся. Чуть-чуть. Реально, тема, вот этот скейт просто офигительно. Мне очень нравится. Гонять на нем. Ху-ху. Веселье, веселье. А вот и пришло веселье. Так, иди-ка сюда. Опа! Если ты сейчас проедешь на какой свет? На любой свет, то я его прикончу. Давайте посмотрим, что он будет делать. Почему ты так дрыгаешь? А если от первого лица? Ого! Все! Ты труп, аливидерчи, до свидания. Блин, жестко, да, мозги разлетаются? Мозги серьезно жестко разлетаются. Ах ты говно. Как ты посмел меня ударить так, а? О май гад, о май фак ю, бич. Вон какая-то жертва бежит. Давайте по ножке стрельнем. Ой, молодец. По ножке стрельнули. О, фак, он мучается, ему больненько, больненько, больненько. Черт, он потек. Он потек, ребят. Это плохо. Это очень плохо. Так, а если мы возьмем автомат и с автомата захватим цель нашу? Да блин, нельзя ездить, когда я здесь. Кстати, от нас не убегает он. Хорошо. Который впереди. Давай-ка попробуем захватить его. Опа! Нет, он все равно с пистолетом. Но, смотрите, как будут прохожие. Давайте посмотрим, как они реагировать будут на это действие. Смотри, дружок. Тебе вообще что, срать? Что я здесь развлекаюсь с ним? Бэм! А теперь тебе не срать? Грязный червь. Все, прикончили. Прикончили ребятушку. Слушайте, так, 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 так. Давайте мы поиграем в смерть сами. Как вам такая идея? Так, сейчас я возьму какую-нибудь машинку интересную. Спорт, супер. Какую бы взять точилку? Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давайте вот эту маленькую, удаленькую. Она, в принципе, хорошо ездит. И сейчас посмотрим. Так, ням-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 ням. Какой-нибудь цвет давайте вот такой вот. И будем играться в игрушечку сейчас. Ага, не-не-не-не-не. Так, о, давайте, знаете что, не контактные или контактные мины. Во, не контактная мина. Набираем скорость и просто едем. О, как она разгоняется, ни хрена. Ни хрена себе здесь транспорта. Почему столько много транспорта? Давайте вот так, хопа. Хопа. Когда не взрываются?
Через сколько? Ну-ка посмотрим, как мы взорвемся. Взорвемся или нет? Блин, они как-то не взрываются. Надо, да, надо другое брать. Давайте возьмем какой-нибудь гранат. Нет, липучку не то. Надо гранату, короче, брать. Давай-ка мне гранатку, пожалуйста. Вот гранатка. Так, ровная полоса мне нужна. Так, поехали. Ху! Раз, два, три, четыре, пять. Держим вот так вот. Раз, два, три, четыре. Блин, я вылетел прям с тачки. Через слабову. Ладно, хрен на нее. Не буду. Не буду кататься на тебе. Плохая, раз я слабовухи вы... Какого хрена... Какого хрена машины не взрываются? Вот это я не пойму. Блин, мне это не нравится. Окей. Чё за дерьмецо-то, а? Так, машины вроде выключены. Какого фига они не взрываются, ребят? Чё за фигня вообще происходит? Почему они не взрываются? Бэм! Давай, бэм! О! Другое дело, видимо, залагало чуть-чуть. Ну что ж, ребят, на этом мы закончим. Не забывайте ставить лайки, комментировать. И давайте наберем 1000 лайков. Пишите, как вам видео? Хотите ли вы больше видео? В общем, пишите, что хотите. Пишите, какие моды хотите увидеть и так далее. С вами был Виолент. До скорых встреч и всем пока.